последний раз я здесь выступал в 83-м году. После этого мы уехали в Голландию на гастроли. У меня были очень хорошие отношения с Юрием Владимировичем Никулиным. И ежедневно, почти ежедневно, после представления спектакля, он приходил ко мне в гримерную, вот ту старую гримерную, которая на втором этаже, от нее остался один только кусочек, знаменитый, где все клоуны всегда переодевались, гримировались. И мы с ним сидели и беседовали. Долгие беседы до, буквально до поздней ночи. Это было очень интересно. Это один из самых замечательных эпизодов в моей жизни. Я это помнить буду всю жизнь. Что касается пожеланий. Мне бы хотелось, чтобы из этого замечательного цирка никогда не исчез дух великого артиста и, прежде всего, замечательного, великого человека в полном смысле этого слова. Это самое главное.